뽀삐야, 어디 가? 나 이제 중학생 되니까 이제 교복 맞추러 가지. 그래? 응, 교복 맞추러. 교복 어떻게 맞춘 거야? 교복 그냥 가가지고 있는 사이즈 해가지고. 아, 있는 사이즈? 있는 아, 사이즈 원래 있어? 내 있어? 모르겠어. 그거 아마 사이즈 없을 것 같은데 그냥 수술 아마 하고 사이즈 맞추고 뭐 그런 거 하려고 가볼게. 오늘 엄청 춥지 밖에. 너 시골 같이 왜 이렇게 옷을 입었어? 어? Как деревня. Твою ж дивизию. Давай, го-го. У нас сегодня редкостный мороз. Здравствуйте. Здравствуйте. Эги, кёбок мачиро вассай. 다 이름이 뜨겁네. 이거 이제 벗어요. 블라우스하고 스커트하고 네. 한번 입어볼게요. 왜? 중학생. 중학생. 좋아? Футболка с росписями этими BTS для фанатов, наверное. Это подписано школы, все разные школы и у всех разная форма. Но в одной школе одна форма должна быть. Нельзя себе выбрать, какая тебе нравится. Надо как у всех, чтобы было. Вот такие номера, да? Улла, книги. Я, дулю, где? А, дулю. 집어넣을 때는 그냥 집어. 어서 오세요. 네온 중 체육복이랑 치마랑. 네현이요? 네원. 네원? 이거. 이거는 수선해드려요? 네, 해야죠. 이건 수선해줄 거예요. 이게 하복이에요? 동복. 동복이에요? 겨울에 입는 거. 아, 이렇게 겨울. 두 개 더 붙여야 돼. 하복은 4월달에. 4월달에 그때 와서 하면 되고, 동복은. 어, 다리 시렵겠다. 스타킹 시려. 아, 스타킹을 신어도 시려울 것 같아요. 3월이니까 그렇게 춥지 않아. 야, 보여줘. пакетик тоже дают с BTS. BTS рекламирует эту вообще фирму школьной одежды. 기분 좋아? 응? 기분 좋아? 응. 안녕, 소피아예요. 일단은 교복을 이렇게 구매를 했는데 하나씩 소개를 해볼게요. Сейчас она покажет вам свою форму. Блауз. Это рубашка. Вау, 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 вау. Красота. Ну-ка, что там написано? Korea Product. Сделано в Корее. Для корейцев это самый высокий знак качества. Вот на всех корейских рубашках белых всегда делают вот такой вот на воротнике цветную какую-то вкладку и на рукавах, потому что там, где засаливается, не отстирывается, те места делают вот такими цветными. Особенно это актуально для школьников, которые не моются. Юбка.
이렇게 신기한 게 있더라고요. 루바식 달리 2개나 삼은 데리 바가 나 스티르키 누구 이게 지퍼를 잠갔는데 나중에 뭐 크면 클수록 얘가 커질 거 아니에요. 그래가지고 이거는 제일 줄인 거고 여기 기계를 보면은 이걸 누르고 이걸 눌러야 돼요. 이걸 눌러서 빼주세요. 괜히 스마트 아니네. 커지고 그리고 이건 그냥 다시 이렇게 фирма называется smart то бишь умная форма и не зря она так называется okay. одним нажатием а там еще куча замочков здесь замочек есть 여기 이제 안쪽... и здесь двойной замок видите здесь такая сложная Только яго, и же йоги. Двойной, видите? И там еще куча пуговиц. Вообще, то бишь она по фигуре прям четко сидит. Тут она сейчас подшита, еще ее нужно будет распороть перед тем, как одевать. Но цвета, 처음에 치마 색깔 진짜 안 예쁠 줄 알았거든요. 그래도 생각보다 괜찮아. Да, это. Цветом не повезло нашей школе у нас. Коричневый мой самый нелюбимый цвет. Это жилетка такая, которая одевается на блузку, на рубашку. Ну и ладно, зато тепло. Большевато она, зато 3 года проносишь. Да. Бесплатно дали колготки. Бесплатно дали колготки от этой фирмы. Но колготки каждый день придется покупать. Началась девичья жизнь, блин. А, там еще что-то есть. Пин. А, бантик. А, иго. На голову? Морепин? Морепин? А что это? Иго блаусу. Оди хэпа? 플러스 이제 이렇게 이걸 한번 이렇게 꺼내보자 아니면은 그거 자켓에다가 붙이는 거 아니야? 아닌데 플러스 단추 없는데 플러스 단추 여기 있잖아 아 이거 다 빼야 되나? вон там есть пуговки две да здесь и здесь 응. и на блузку вешается вот 이렇게. так бантик как галстук 응. я уточню еще раз что это обычная Будь здорова. Государственная школа, не частная никакая, но форма как бы во всех школах она хоть и разная, но примерно одинаковая. Вот такая шикарная форма. Кагёги ольмая. А, да, жакет, самый, как его, пиджак. Пиджак, он из кашемира, кашемировый пиджак зимний. Мы отдали его ушивать рукава, так как рукава длинные, специально делают сначала. Да, это нам обошлось в 270 тысяч вон, это примерно 250 долларов целый комплект вот этот. Две рубашки, рубашку вот просто она одну мерила уже, вот две рубашки такие. Юбка, жилетка шерстяная, кашемировый пиджак и... Юбка тоже она из шерсти какой-то. Вот такой комплект нам обошелся в 250 долларов. Конечно, вроде как и дорого. И баба. И вроде как и для таких вещей такого качества, суперского, это в принципе нормально. В чем у тебя это? Что за фигня? Ой-е. 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 아침에 이제 이거 입는데 시간 오래 걸릴 것 같아. Она говорит, что теперь по утрам будет много времени занимать. Да, это тебе не фигушки на заборе рисовать. 여기쯤. Ой, да ладно, уж не такая ты и худая, но последнюю застегивать. Она надо. Кумаком дальше нажана. Они пели. Они имаком дома. Так, ладно, все, снимай. Все равно с этими штанцами не идет. Красава. Все? Ну, скажи пока-пока. Пока. А пока. Ням! Суфи, можешь нормально сказать? Пока-пока. Пока-пока. Да, пока.